Итак, номинация «Лучший рингтон». И сейчас на эту сцену выйдет человек, у которого на рингтоне Сергей Зверев. Встречайте, друзья, Сергей Зверев. И главный диетолог нашего шоу-бизнеса, известный врач Маргарита Королева. Коль, еще один человек, который выйдет сюда вручать, я уже начинаю за тебя переживать. Ну что ты за меня переживаешь? Ну, не знаю, ты как-то вот прям рискуешь все время. Вот если бы у тебя не было минус 8, ты бы прочитала. Итак, Полина Гагарина, спектакль окончен. Виагра, алло, мам. Ну, рингтон. Спектакль окончен, гаснет свет. Песню Виагры я не или помню. Или серебро. Мама, любен, давай, вот, давай, давай. Дальше Стас Пьеха, мы расстались с тобой. Это тоже я не знаю. Вот, Иван Дорн, стыцмен, я это даже и не спою. В общем, итак, лучший рингтон. Сергей, если вы в своих очках сможете прочитать, лучше отдайте Маргарите. А я думал, они у вас приклеены к ресницам. Ну, я уже прочитал тут, подготовился. Господи, у вас тоже минус 10. Да у меня как-то вот... Понятно, может не говорите, быть, врач, читайте. Может быть, врач рядом поможет? С последним клипом как-то вообще через туман все вижу. Итак, Полина Гагарина, спектакль окончен! Тише музыку, дайте сказать. Полиночка, вы символ всего, что есть на этой планете. Вы блистательная звезда. Желаю вам всегда быть такой. И вы вкусная, невероятно. И пусть весь зал и все зрители всегда вас хотят. Маргарита, надо было добавить, и больше ешьте и приходите ко мне. Да, форма причем прекрасная. Ведь Полина еще молодая мама. Да. Я есть. Добрый вечер, дорогие друзья. Можно хлопать, да, в этот момент. Очень приятно, невероятно. Не скрою, что я ожидала, конечно, больше номинаций. Очень бы хотелось. Мы с Константином Меладзе плакали, конечно же, по этому поводу. Но мы смогли вытереть слезы и прийти забрать вот эту награду. Я без него сейчас, но я хотела бы сказать ему огромное спасибо. Эта же награда, конечно же, отправится ему. Спасибо премьеру ТВ, и до встречи. Я скоро приду на эту сцену. Пока. Браво. Аплодисменты. Маргарита Королева, Сергей Зверев, Полина Гагарина.